могут праздновать свой праздник, друзья. Тут мы видим и Шрека, и Черепашек-ниндзя, и Халка, и крокодила Гену. Ну, конечно, и фотограф, который приклеился ногой к платформе. Ну и, конечно, надо сказать, что из этих всех зеленых все-таки мы выбираем Гену. Нам как-то он ближе. Что бы это ни значило, вот крокодил Гена даже упал отчасти. А вот и, друзья, смотрите, первыми, как бы свидетельство то, что что-то происходит не так, на сцену, вернее, на нашу поляну выбежали крысы, они же опоссумы. Это не опоссумы, это крысы, которые бегут рядом с кораблем из корабля. Да, с кораблем бегут, потому что здесь, в этой платформе, объединились сразу два легендарных кинокорабля. Это кино-Титаник и Айсберг. Это одна из распространенных одесских фамилий. Да, броненосец Потемкин и Титаник воссоединились. Джек и Роза на корме. Обычная одесская семья, вот, которая успела приватизировать эту коммунальную посудину. За ними идут матросы-броненосца, которые немножко отстали от корабля. Нет, 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 это те ребята, которые лежали в той коляске в кино, они выросли и теперь с нами на параде. Знаменитые коляски Эйзенштейна. Да, а дальше вслед за кораблем, как и по логике следовало ожидать, следуют, конечно же, пираты. Пираты Карибского, Черного и Азовского морей. Ребята выходят сюда, знаменитые, ведомые Джеком Воробьяниновым. Знаменитые герои. Слово не воробей, а Джек Воробей. Да, так гласит слоган этих ребят. Да. Некоторые из них, как вы видите, вчера перепутали и отдали на предвыборном участке не голос, а глаз. Немного ошиблись. Вслед за ними сюда выходит космопоезд Одесса-Бендеры или вот Бендеры. Да, это же поезд Одесса-Бендеры, Одесса-Бендеры. Были у нас тут и автомобили сегодня, и мотоциклы, и корабли. И вот два персонажа, два человека с одинаковой фамилией. Не проезжайте мимо, остановитесь. Стойте. Это Остап Бендер и Футурама Бендер. Два героя с просто однофамильцы встретились. Где бы еще? На Одесской юморине. Да. Кстати, очень скоро «Укрзалезница» представляет проект «Одесса Бендеры» или «Одесса Бендеры», где будет отдельный и вагон-ресторан. Да, вслед за ними идут люди. Вагон-душ. И люди, которые пытаются продать 11 стульев Остапу Бендеру, но он-то знает, что 12-й стул уже давно открыт. В принципе, на эти богатства мы сегодня и празднуем. Вот, ребята проходят, а следующими идет, не спешите, не спешите, следующими идет настоящая девушки, одесская, украинская свадьба. Слоган «Власть меняется» сегодня как никогда смешон и интересен, потому что именно в фильме «Свадьба в Малиновке» он прозвучал в первый раз. Да, 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 весело. И обратите внимание, и девушки из «Свадьбы в Малиновке», и высокодуховный духовой оркестр. Но, на всякий случай напоминаем, что самым популярным подарком на свадьбе является что-то приятное и полезное. Хороший одесский сельский оркестр. Заказывайте на свою свадьбу, где бы она ни проходила. И осталось буквально три платформы. Ух ты! Это же любители стиляжной скандинавской ходьбы. Да, как две палки об асфальт, так звучит их слоган. Эти ребята, конечно же, занимаются здоровым образ жизни, ведут, занимаются спортом. Как поется в третьей части «Крепкого орешка», скандинавская ходьба — непростое украшение, палок двух, одно решение, скандинавская ходьба. Ура! Танцуй, пока молодой! Федерация скандинавской ходьбы, друзья! Пусть бегут неуклюжие пешеходы по льду.
Привет, стиляги, привет, скандинавы. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Если бы, кстати, у участников того знаменитого 40-летнего шествия за Моисеем были бы с собой такие палки, они бы ходили не 40 лет, а 40 лет и 27 минут. С палками легче, с палками веселее. Вслед за этим едет высокофункциональная диджей-машина одной известной торговой марки. Но и, конечно же, мы удивлены вообще, в каком форме находится вообще техника у компании, которая проезжает мимо нас со своим диджеем, со своей платформой. Привет, ребята, привет мировому бренду. И завершает парад, казалось бы, друзья, завершает кинопарад, кинопарад колонна очень уставших и измотанных, а местами даже замотанных бинты людей. Кто-то подумает, что это персонажи зомби апокалипсиса, но на самом деле это участники и кино, и к участникам Юморина они не имеют никакого отношения. Это группа наблюдателей на выборах, которые вчера устали и сегодня идут наконец домой. Уставшие, но довольные идут домой. Почему они следуют за нашей колонной? Очень просто, потому что даже зомби понимают, что если ко всему относиться с юмором, то жизнь становится легче и счастливее. Давайте еще раз поаплодируем всем участникам парада. Всем одесситам, которые сегодня принимали участие в параде. Ну и мы переходим к следующему блоку нашего праздничного мероприятия здесь, на сцене. Раз уже появился Жорик Делиев, как не дать этому человеку, легендарному одесскому юмористу, да вообще просто легендарному одесситу, слово. Слово предоставляется Жорику Делиеву, комедиану. Одесса, а также гости нашей столицы юмора в Одессе. С праздником всем! Всем хорошего настроения! У нас уже шестой день, продолжается фестиваль «Комедиада». 115 участников, 15 стран, вот многие находятся здесь, на этой сцене. Но я буду краток. Вот сегодня мы здесь будем вручать уже призы, премии, кто стал лучшим из лучших. А я хочу от всей души поблагодарить руководство нашего замечательного, прекрасного города Геннадия Труханова за поддержку фестивального театрального движения. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Да, надо фотографироваться в тишине, потому что потом появляются отпечатки голосов. Спасибо. По углам. Спасибо большое. С праздником вас. Я хочу, чтобы все помнили, что у нас, у одесситов, юмор в ДНК. Поэтому пользуйтесь чаще юмором, и нам будет жить легче. Спасибо. С праздником. И также хочется поблагодарить начальника руководителя управления культуры города Одесса Татьяну Маркову за поддержку фестивального движения. Танечка, выйдите. А это наши все участники, комедиады, 115 человек, все не поместились на сцене. Одесса самый веселый город в мире, поверьте, я объездил все страны. Одесса самый лучший город для жизни, для всего, для радости. Спасибо, что вы такие жизнерадостные, веселые люди. Оставайтесь такими же. И тогда никакие трудности не будут вас сбивать с пути. И наш принцип комедиады, мы смеемся все на одном языке. Мы друг друга понимаем. И это и есть вот самое лучшее, что мы можем придумать в этой жизни. И сейчас мы потихоньку, плавно переходим к проведению фестиваля комедиада. Мы просим удалиться со сцены. Нет, никого. Ты что, все свои? Нет, я имел в виду грусть и тоску. Нет. Просим удалиться со сцены. Да, конечно, да. Конечно. Друзья, еще раз, Юджин Чаплин сегодня с нами. Давайте поаплодируем, друзья. Мы прикоснулись на кино-юморине к сердцу вообще кинематографа.
Человек, который был и является продолжением своего легендарного Чарли, отца Чарли. Сейчас я передаю микрофон ведущему комедиады 2019. Мужчина приехал к нам из Латвии, друзья. Стас Флоренцев. Давайте поаплодируем. Кинодеятель, киноведущий, телеведущий. Сегодня кино. Слово вам. Да? Немного веселых прибалтийских танцев. Стас, начинайте, да. Как раз мне коллеги специально вот в клетчатой, да, втроем поаплодируйте нам, и три клетчатых брата, идите сюда, смотрите, все ведущие, это штамп. Ну что, в Юрмале так все ходят, да? У нас болеют в Юрмале все, меня вот делегируют сюда на лечение. Спасибо вам, коллеги. Спасибо, восстанавливайте.